Сегодня Международный день учителя. Свой профессиональный праздник отмечают педагоги более 100 стран. По доброй традиции именно в этот день учителям адресуются самые искренние слова благодарности. В Якутске у памятника учителю сегодня состоялось торжественное мероприятие. В нем приняли участие педагоги из разных школ республики, ветераны педагогического труда и общественность. Стоит отметить, сейчас в Якутии работает более 13 тысяч учителей. Сегодня в день Международного дня учителя. Поздравляю всех учителей республики с нашим профессиональным праздником. Это профессия самая уважаемая, самая почетная издревле, профессия, которая сочетает и доброту, и скромность, и опыт, и креативность. Я желаю всем нашим учителям благополучия, творческих успехов.